Всем доброго времени суток. Бой каждый сам за себя. Поиграем за Азию и перейдем, так как много воды рядом в Японию. Главное здание ставим максимально от воды. В начале боя много флота строить не хочу. А это может закончиться плачевно, если европейские корабли приплывут. Ресурсов рядом хватает, наряжен лезть не хочу, тихо развиваюсь. Кто заметил рабочих каменного века, для добычи мяса не оставил. Подумывал добычу делать только с воды. Хочу забрать себе 3 шахты металла, этого будет достаточно. Соседу тоже нужен металл. Будем махаться. Соперника снизу уже нет, буду наглеть и забирать себе кусочек территории. Заметил 2 гавани. Надеюсь, он добывает только рыбу. Там посмотрим. Этот сосед сдулся. Надо был ему мой карьер. Внизу все-таки мне не хотят отдавать территорию. Я тоже так бы сделал. Попробую продержаться побольше. Все-таки по воде пришли, надо что-то срочно думать, для начала пулеметные катера, а там я же японец, авиация с торпедами, и Ямато.
Легкие минометчики тоже неплохи, мало места занимают, а толпой сила. Yeah.
we sail, a little.